Ой, боженьки. Левой рукой будет держать трубку вот здесь. Вот здесь. Ну, может, за час это самое. Нет, это же не для удовольствия. Точно, дожить для удовольствия. Здесь мы закапываем людей в землю. Это практика самосохранения. Она можно закапывать людей в гробу, а можно закапывать непосредственно в землю. Мы закапываем непосредственно в землю. Я закапывалась и в гробу тоже, но получается это легче. Там в гробу можно уснуть. Иногда бывает, что в гробу люди боятся, но это боятся те, кто просто все время чего-то боится. А спокойные люди в гробу просто спят обычно. А в земле интереснее, земля давит, и люди тут испытывают больше комплекс ощущений. Вот она здесь нормально уже не осыпается. Разные ощущения. Я просто понимаю, как хорошо жить на этой планете. Так да, здесь да. Красиво и вкусно, блин, после этого. Могильный холод, тяжела, сыра земля. Вообще не понравилось. Дышать нечем, все давит. Осознанно как-то.